Погиб в декабре 41 года. Найден 80 лет спустя, накануне памятной даты начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Раскопки в районе деревни Ляхово поисковики из кубинского клуба «Вечный огонь» провели в течение дня. А вот на то, чтобы установить имя погибшего героя, ушло почти полгода. В данном случае и подписные вещи сыграли свою роль. Была найдена при бойце ложка столовая с инициалами. Был найден перочинный ножик, на котором также были нанесены инициалы и имя Коля, и медальон в том числе. Николай Степанович Петровский родился в 1917 году в Марий-Эл. Оттуда отправился защищать подступы к столице, где и погиб. Благодаря поисковикам останки солдата Великой Отечественной войны захоронят на родине, как и полагается герою, со всеми почестями. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».